Добрый день, приятная минутка. Это черная кобра. Очень люблю этот перчик. У мужа это вообще любимый перец. Вот он в технической спелости черный, потом становится красным, зеленый. Перецветает цвет. Зеленый, черный. И потом становится он совсем красным, таким алым, кармически красным цветом. Где-то 100 тысяч сковели, достаточно высокая урожайность, больше, чем у огонька. Урожайность высокая. И острота больше, чем у огонька. И вот эта вот серебристость листьям дает опушенность. Такая опушение идет и по стволу, и по листочкам. Он выглядит совершенно таким серебряным, очень декоративно смотрится. Красивые кустики. Перчики очень вкусные, перечный классический аромат. Достаточно, хотя и не крупные они, но достаточно сочные, достаточно толстостенные перчули. Ну и, конечно, красота неописуемая. Черная копра, год цвет.